Всем привет, с вами, как всегда, я Ник. Сегодня мне подсказали способ, мне подсказал друг, подписчик. Вот, он как бы мне подсказал способ, как сделать соединение с сервером Ubisoft, Uplay, то есть. В общем, что нам нужно сделать? Что сделать? Для начала заходим в папку. Вот, диск C, Windows. Так, не пишите. System32, drivers, etc, host. Удаляем этот файл. Вот, чувак, вот он пишет, вот, честно, реально, да, вас, ну, у вас очень много, чуваки, вот это очень у вас много, это вот вы все. Я думаю, это последнее решение, думаю, никто ко мне больше в скайп не будет ломиться, так как вас, ну, очень много. Ладно, вот, в общем... Удаляем хост. И далее скачиваем один файл. Итак, что нам нужно дальше? Нам нужен файл регистрар. Как бы. Скачиваем его. Я укажу ссылку ниже. Помним, скачиваем его. Вот. Скачиваем. И все, что там есть, идем в путь. Компьютер. Локальный диск C. Program файл. Ubisoft, Ubisoft Game Launcher, и прямо вот сюда закидываем вот эти файлы, то, что там есть. Закидываем, открываем Ubisoft Game, так, открываем Ubisoft, просто, а, нет, не Ubisoft, Uplay открываем. Там вот, так, чё? Вот эти файлы вставляем сюда. Что ж, блин, донимают-то, а? Ладно. Так, открываем Uplay. Все, видим. Assassin's Creed 3 полностью работает, можно играть. Все, не пишет такой фигни. Могу перейти даже в онлайн. То есть все заходит, все работает, чуваки. Подписывайтесь на канал также. И ставьте пальцы вверх. Ну, конечно же, пожертвуйте, если хотите. Ну, в общем, это все. С вами был я, Ник, и пока.